Всем огромный привет! Сегодня хочу приготовить вкусную рыбу. У меня рыба хек, по этому рецепту можно приготовить любую рыбу. Я сейчас рыбу не жарю, не парю, не варю, а готовлю только так, по этому рецепту. Нарезаю кусочками. Выкладываю ее в форму. Рыбку солю, перчу и теперь пока отставляю ее в сторону и приготовлю вкусный маринад. Чашечку отправляю, чайную ложечку горчицы, соевый соус, сухой чеснок, розмарин, смесь перцев и добавляю еще копченую острую паприку, оливковое масло. Теперь хорошо это все перемешиваем. И оставляем минут на 10. Как раз за это время все эти специи между собой подружатся и будет очень вкусный аромат. Прошло 10 минут. Смазываем этим маринадом рыбку. Оставляю так на 15 минут. На средней терке натираю морковь. Нарезаю полукольцами лук. Буду обжаривать лук и морковь. Выкладываю морковь с луком сверху на рыбку. Сверху добавляю сметану. Посыпаем сыром. И буду отправлять в духовку. Духовка 180 градусов. Прошло 20 минут, друзья. Рыбка готова. Получилась она очень ароматная, нежная и сочная. Можно подавать ее с любым гарниром. Друзья, я уже попробовала. Очень вкусная получилась. Как я и говорила, сочная и нежная. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.